Меня зовут Салаль де Салаль. Я глава кабинета Лиги Наций, балаганщика, марионеток министров и послов в Женеве. И я потерян. Но хуже того, я одержим. Одержим мыслями о женщине, что взглянула на меня, даже не заметив. Доброе утро, Эдриан. Миссис Юм. Доброе утро, сэр. Замужняя женщина. Но я буду с ней. Я не могу не думать о ней. О ее длинных, прелестных ресницах. Ее одиночестве. Постоянные нарушения прав человека в Германии нельзя воспринимать как проблему внутригосударственную. Лига наций должна действовать, иначе нас ждут последствия. Ты не такая, как остальные. Твоя чистота искупит их грехи. Самка, ты пользуешься своей чувственностью! Ты знаешь, что спала с ним, и я тоже! Ариана, любовь моя, важно лишь одно – мы.